Великий дивен мой Господь, я преклоняюсь пред Тобой. В молитве этой вот ночной хочу поговорить с Тобой. Услышь меня, утешь меня, и силы дай мне устоять. Скажи, мой Бог, Ты мне опять, что людям вновь мне передать. Как быть, как жить нам в испытаниях, ведь время трудное настало. Вокруг так много зла и горя, скажи, Иисус, Ты людям снова. И говорил Господь нам слово, любовь отсутствует у вас. Молитесь, бодрствуйте, стучите, готовьтесь, люди, Христос идет. Добро творите и говорите, пришествие уж наступает. Очиститесь и осветитесь, в подстах вы бодрствуйте, молитесь. И в зеркало вы посмотрите, и сердце зло вы удалите. Учитесь жить вы по-христиански, и в радости, и в недостатке. Трудитесь и плоды несите, Господь зовет домой своих. Еще чуть-чуть вы потерпите, Христос придет и заберет свою невесту в небеса, и радость будет бесконечна. У Господа там в небесах. Аминь.